Дорогие друзья, вот как я стираю свои вязаные вещи. Здесь мы говорим о 100% шерсти. Я беру свой шерстяной свитер вместе со своими шерстяными носками. Кладу в стиральную машину. Никаких тазиков. Время я предпочитаю порошок для стирки Киль. Это жидкий немецкий порошок с дозатором, который предназначен для стирки любых, абсолютно любых тканей, включая шерсть и шелк. Наполняем дозатор, наливаем в контейнер для жидкого моющего средства. Дозатор позволяет не налить больше, чем нужно. В контейнер для кондиционера добавляем кондиционер Киль. Включаем нашу стиральную машину, выбираем программу «Шерсть». Я устанавливаю температуру в 30 градусов. Автоматический отжим данной программы 800 оборотов, и это вполне нормально для шерсти. Постиранные шерстяные изделия не должны быть слишком переполнены водой, поэтому 800 оборотов – это оптимальный хороший отжим. И нажимаем на кнопочку «Старт». Если вы не уверены в устойчивости покраски своих шерстяных изделий, то можно использовать вот такие салфетки с защитой белья от окрашивания. Такую салфетку укладываем в барабан машины вместе со своими свитерами. И если неустойчивая окраска у вашего изделия, а вы в этом никогда не можете быть уверены до тех пор, пока не начнете его стирать, ваше изделие не полиняет. До того, как я открыла для себя продукцию Киль, я использовала моющее средство для шерсти и шелка Ласка. Ласку для ежедневной стирки Care Repair. И многие другие моющие средства, но именно предназначенные для стирки шерсти и шелка. И с тех пор, как появились стиральные автоматы с функцией шерсти, я вообще перестала стирать вязаные вещи в тазиках. Никогда этого не делаю и предлагаю вам делать то же самое. Будьте уверены с вашими шерстяными изделиями, если вы не перепутаете программу, если вы не перепутаете режим стирки, если вы не перепутаете температурный режим, режим отжима. Ничего, абсолютно ничего плохого не случится. Открываем нашу стиральную машину. Вот мой свитер. Как видите, ничегошеньки нигде не свалялось. Как был, так и остался. По размеру все то же самое. Несем его в сушильную машину. Видите, ничего не свалялось. Вода не капает. Моя сушильная машина с функцией шерсти. Если ваша сушильная машина не имеет функции шерсти, то сушить в такой машине нельзя. У меня сушильная машина с функцией шерсть в корзине. Я укладываю свой свитер. И сюда же можно положить и носочки, которые у меня стирались. Устанавливаем корзинку в отведенное для нее место. Закрываем крышку, нажимаем на кнопку включения, выбираем функцию «Шерсть в корзине». Естественно, 20 минут будет слишком мало, и свитер не высохнет. Я устанавливаю на предполагаемое время. Я предполагаю, что мой свитер должен высохнуть за 1 час 30 минут. Дополнительно могу добавить функцию «Деликат». И нажимаем на кнопку «Старт». Почему именно шерсть в корзине? Как видите, барабан вращается, а мой свитер лежит спокойно в корзине и сушится.
всех сторон его интенсивно обдувает воздухом, таким образом он высыхает. Ну что ж, наш свитер высох. Свитер наш абсолютно сухой, имеет те же размеры, как и был. При этом он распушился, мягкий, пластичный, ни грамочки, ни капельки не сел. А теперь давайте посмотрим, сколько пыли из него выбилось. Напоминаю, мы уже его постирали. Достаем контейнер для сбора пыли. Открываем его. И вот. Вот это все из нашего свитера, который сох в корзине. Это он после стирки. И вот представьте себе, что вы это носите. Мало того, этот свитер я сушила 2 часа в сушильной машине. Сколько бы вы сушили подобный свитер зимний из стопроцентной шерсти, достаточно толстый, мы его высушили за 2 часа. Кроме того, выбили из него вот столько грязи и пыли. При этом у него замечательный вид. Он мягкий, отпаренный. Его не нужно гладить. Его нужно только носить и любить.